Дорогие друзья, начинаем восьмой урок. Семья. 下面我们学习第八课, 家庭. 先来看基本句型. Вы женаты? Вы женаты? Вы замужем? Вы замужем? У вас есть дети? У вас есть дети? У меня нет детей. У меня нет детей. Сколько человек у вас в семье? Сколько человек у вас в семье? У нас в семье 4 человека. У нас в семье 4 человека. Сколько лет вашему отцу? Сколько лет вашему отцу? Кем работают ваши родители? Кем работают ваши родители? Отец работает в школе, а мать уже на пенсии. Отец работает в школе, а мать уже на пенсии. У нас большая квартира. У нас большая квартира. 下面做一下句型练习. У вас есть брат и сестра, бабушка и дедушка, своя квартира. 在这个句型里，我们可以填入下面这些词和词组。 比如说, у вас есть брат и сестра, у вас есть бабушка и дедушка, у вас есть своя квартира. У меня нет родственников, внука, дочери, младшего брата. 这是一个否定句型, 后面要求跟名词第二个形式, 可以套入, у меня нет родственников, у меня нет внука, у меня нет дочери, у меня нет младшего брата. Сколько лет вашей бабушке, вашему дедушке, вашей тете, вашему дяде? Сколько лет 的句型后面要求跟名词第三个形式，可以套入 сколько лет вашей бабушке, сколько лет вашему дедушке, сколько лет вашей тете, сколько лет вашему дяде? Отец работает на заводе, на почте, в банке, в компании. 这个句型后面通常跟地点状语. Отец работает на заводе. Отец работает на почте. Отец работает в банке. Отец работает в компании. 这个句型后面还可以跟第五个名词 表示做什么工作, 比如, отец работает инженером, 这是父亲是工程师, 也就是说父亲是做工程师工作的。 Мать уже на пенсии, мать уже пенсионерка, мать уже вышла на пенсию. 这里有三个不同的句型，表示同一个意思。 母亲已经退休了。 Мать уже на пенсии, 说明母亲已经退休。 Мать уже пенсионерка, 说明母亲已经是一个退休的女工。 Мать уже вышла на пенсию, 这里强调母亲已经离开了工作岗位。 У нас квартира двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная, небольшая. 这个句型说明我们的住房是什么样子的。填入двухкомнатная. У нас
двухкомнатная квартира, 说明我们的房子是两居室的. 还可以套用 у нас трехкомнатная квартира, 或者четырехкомнатная квартира, 或者套入 у нас большая или небольшая квартира. 现在我们来看词汇. Женаты. Женаты. Замужем. Замужем. Семья. Семья. Детей. Детей. Сколько. Сколько. Лет. Лет. Вашему. Вашему. Отцу. Отцу. Кем. Кем. Родители. Родители. Школе. Школе. Пенсии. Пенсии. Квартира. Квартира. Брат. Брат. Сестра. Сестра. Бабушка. Бабушка. Дедушка. Дедушка. Своя. Своя. Родственников. Родственников. Внука. Внука. Дочери. Дочери. Родителей. Родителей. Младшего. Младшего. Брата. Брата. Вашей. Вашей. Бабушке. Бабушке. Дедушке. Дедушке. Тете. Тете. Дяде. Дяде. Заводе. Заводе. Почте. Почте. Банк. Банк. Компании. Компании. Инженером. Инженером. Пенсионерка. Пенсионерка. Вышла. Вышла. Пенсию. Пенсию. Двухкомнатная. Двухкомнатная. Трехкомнатная. Трехкомнатная. Четырехкомнатная. Четырехкомнатная. Небольшая. Небольшая. 下面做一下情景对话. Где живет ваша семья? В городе Шанхае. Сколько человек у вас в семье? В семье нас четверо. Отец, мать, сестра и я. Кем работает ваш отец? Он работает инженером. А мать? Мать учительницей. А ваша сестра учится или работает? Она работает в поликлинике. Она медсестра. Она уже замужем? Да, уже 5 лет. У нее есть дети? Одна дочка. Сколько ее дочке лет? Год уже ходит. 现在来看一下注释. Живет. Живет. Шанхае. Шанхае. Четверо. Четверо. Учительницей. Учительницей. Учится. Учится. Поликлинике. Поликлинике. Медсестра. Медсестра. 5. 5. Назад. Назад. Одна. Одна. Дочка. Дочка. Дочке. Дочке. 这里 дочке 和 дочка 看一下他们的词尾有什么不同. Дочке 是 дочка 的第三个形式. Ходит. Ходит.